Начинаем наш сказ. Выбрались как-то это мы, собрались на мыс Лихачева. Неожиданно. С вечера думали, что все знают маршрут. Утром, когда приехали, оказалось, выехали. Оказалось, что маршрут не знает никто. Кто-то был 40 лет назад здесь, кто-то был недавно, но памяти все равно нету. И в итоге, ну туристы же мобильные люди. И в итоге маршрут был перестроен, и мы поехали на мыс Посека. Чему бы нет? А чему бы и да? Я про завтрак. Женя, открой, пожалуйста. Люблю завтракать не дома, да? Идем по морским глубинам, а тут нас встречает такая улыбака. Леночка, а что это ты там делаешь? Творческий процесс у меня. Такие скалы. И эта женщина боится высоты. Гляньте на меня, гляньте. Поползла куда-то. Женя, вот ты все время убегаешь, и у меня в кадре очень редко появляешься. Что ты можешь нам, туристам, сказать по этому поводу? Что я убегаю? Что ты разведчик, да, на самом деле? Рекомендую. Женя, так ты где, говоришь, рекомендуешь? Дальше? Здесь. Вот туда, говорит, слева спускаться, а справа, справа подниматься, и будешь на макушке. Отстала немножко. Люди! Ау-у-у! Лена, ты куда? Мыс Посека. С этой стороны море, мыса. И с этой стороны морские глубины. Посередине Ленуська. Творческий процесс у нее. Она смотрит, как сфотографировать дичку, которая на отвесных скалах растет. Яблонька. Куда ты уже? Ты куда ты? Ты куда, хоры? А вот там солнце освещает подводные рифы мыса Посека. Женя, ты куда? За поворот. А за поворотом новый поворот. Как поет Женя? А за поворотом новый поворот. Что там? Здесь хорошие кадры. Кадры решают все. Процесс идет. Так, Женю заставили позировать. Thank you.
спуск к морю. Разведчик, наш фотограф, наш оператор. Мы с посека забрались наверх, видны соседние мысы. Яблоньки. Лена, что ты спрашиваешь? Домой. Домой. А что ты еще хотела чего-нибудь? Ну, нам не Лихачева, я думала, мы Ha ha ha!